где у нас масло? Лучше я так поставлю масло. Те же самые зеленые у нас будут слегка смешаны с черным и с синим в теневых моментах каких-то. Вначале наша задача полностью определить самые темные, самые светлые моменты букета и фона, вообще всего натюрморта, всего сюжета нашего. Вот, и не вдаваясь в детали, распределить основные светлые и темные массы. Вот, заранее подготовив все цвета, ну, в основном все цвета на палитре. То есть тут я и пишу, и заодно работаю над формой, мазком. Мазок у меня идет по форме. Я как бы леплю форму мазком. Так, сейчас мы немножечко для нашей вазочки стеклянной приготовим. Цвета. Так, писать стекло. Это задача довольно смелая, но в то же время интересная, непредвидимая, непредсказуемая. Можно видеть неожиданные оттенки. Так, только работая маслом, конечно же, мне всегда не хватает смесей на палитре. Мне нужно обязательно, чтобы у меня перед глазами были самые различные оттенки. Тогда я могу точно их подобрать.
Так, тут видно, что я делаю. Должно быть видно. Так, сходу очень трудно угадать, верно ли мы цвет подобрали. Поэтому мы должны постоянно сравнивать соотношение цветов на разных поверхностях объекта. И также между этими поверхностями и близлежащим фоном. Поэтому я сразу советую рисовать одновременно, писать одновременно и фон, и объект. Особенно, когда мы видим контрасты, явные контрасты. Вот светлые цветы, светлая вазочка и очень темный глубокий фон. Так, сначала мы не фокусируемся на гранях, на каких-то мелких деталях. Для начала нас интересуют общие формы. Так, внизу у нас охристые оттенки, очень светлые. С правой стороны у нас тоже будет такой очень светлый, охристый, даже золотистый. Так, не зацикливаемся на одну, обязательно ведем все постепенно. Значит, наша цель сейчас поскорее заполнить все пространство цветом. Да? Так, ну, конечно, должен быть правильный цвет. Так.
То есть сейчас у меня просто идет работа сравнительная. Сравниваю оттенки цветов на разных листиках, между листиком и цветком, какая разница в цветовом тоне. То есть это может быть сначала непонятно, каким образом это происходит, но если вы начнете следовать вот этому совету, и просто когда вы пишете какой-то один отдельный кусочек, вы смотрите на рядом находящиеся области и пытаетесь определить, какого цвета, вот, например, в зеленом листике справа, какой там оттенок цвета присутствует больше по сравнению с листиком слева. Например, вот этот зеленый, он теплее, в нем больше желтенького, а вот этот вот листик, у него больше синенького. Но это очень грубо говоря, обычно эти синенькие и желтенькие, они тоже бывают какого-то своего качества. Желтый может быть земляной, может быть оранжевый, может быть не салатовый, лимонный. То есть особенность в том, что человек не столько думает, как называется этот цвет, сколько чувствует его цветовое качество и воспроизводит на палитре, вот, и на картине. Вот, мы пишем фиалку, она у нас не одинаково фиолетовая везде. А у нее где-то есть освещенные участки и затемненные участки. Вот, и мы тоже разбираемся. Какой у нас должен быть там светлый или темный фиолетовый? Так, как-то умудриться не запачкаться, вот это моя самая большая проблема всегда. Особенно на таком маленьком участке. Лучше всего, конечно, работать с плоскими кисточками, но я сегодня работаю теми, какими есть. Так, опять на теневые участки помечаем. Там, где у нас глубокие тени. Так, где у меня еще светлые? Ну-ка, попробуем. Значит, так, надо разобраться с цветочком, с примулой. Так, на примуле тоже будут светлые и темные участки. Так, ну, естественно, надо нашу вазочку поставить на стол. Кстати, чтобы у нас не был монотонный этот черный, мы можем туда немножечко кармина добавить. Кармин – это холодный красный. То есть мы его еще называли сиреневым в детстве. Но не совсем он сиреневый, малиновый. Малиновый, вот, не сиреневый. Так, вот этого зеленого здесь быть не должно, откуда он появился. Странно. Так. Вот
видите, как хорошо, что холст был заранее прогрунтован таким нейтральным коричневым цветом. У нас теперь более цельное восприятие живописи. А белый холст просвечивался бы, было бы ощущение раздробленности. Поэтому я всегда рекомендую покрывать холст таким вот нейтральным цветом. Можно акриловой краской, смешанной с акриловым грунтом. Так, какая жесткая кисточка. Ужас. Нельзя такое писать. Почему я не люблю жесткие кисточки? Из них выпадают волоски постоянно. Вообще не люблю жесткими кисточками ничего делать. Не знаю, как художники ими работают. То есть можно, конечно, вот такие вот затирающие делать мазки, но остаются на холсте куча волосков. Как раз я не покупала щетину, а это всегда жесть. Старой моей щетиновой кисточкой. Естественно, что она уже очень жесткая. То есть так вот затираем, натираем. Вот, в данный момент можно использовать уже white spirit, растворитель, либо льняное масло. Льняное масло будет дольше сохнуть, предупреждаю вас. White spirit сохнет гораздо быстрее. Везде одинаково, можно где-то посветлить чуть-чуть фон с теневой части, например. У нас так больше глубины будет, если мы не будем его делать совершенно одинаково повсюду. Вот вниз можно коричневого добавить, розоватого, вот, малинового. Так, ну, конечно, когда мы приближаемся к объектам, нам нужно прорисовать их. Поэтому
возле них мы будем аккуратнее с фоном. Там, где у меня тут Марс коричневый был. Очень красиво ложится в тенях. На заднем плане у нас такой непонятный букетик. Я опущусь до маленькой кисточки. В принципе, для начинающих масляной живописи не рекомендуется использовать маленькую кисточку, потому что есть большой соблазн увлечься деталями. Ну, в общем-то, если уже есть достаточно опыта, то как бы нам кисточка, круглая кисточка или плоская, маленькая или большая, нам это особо проблем не создает. Главное, чтобы можно было ею как-то оперировать. Так что ультрамарин у меня закончился подчистую. Так, чтобы не запутываться, давайте все-таки здесь сначала будем общими формами. В детали пока не будем вдаваться. Так, там у нас что? То здесь у нас зеленый, темно-зеленый, светло. Все уже темнеет, становится критический вопрос освещения. Не хотелось бы лампу включать. Так, вот что. Надо сделать желтенький цветочек, наметить хотя бы. И все, остальное мне нужно полностью фон. Значит, теперь надо обрисовать фон аккуратненько. И точно так же тоненькой кисточкой.
там, где по-другому просто невозможно. Хотела бы вам приблизить немножечко, но оно почему-то не наводит на резкость. Опа. Все-таки немножко хочу поработать над мелкими деталями, потому что издали оно кажется как бы все хорошо, но сблизи оно не так хорошо. Так, давайте лишнюю банку мы уберем, растворитель я поменяла. Так, попробуем поработать над деталями. Хотя бы вот цветочек, который у нас не совсем завял. Мне надо, значит, разобраться с моими желтыми цветами. Так, вам не видно, что я на палитре делаю. Как бы это сделать, чтобы вам было видно? А никак. Места нету. Ну-ка, вот так видно. Сделаем сейчас очень белый оттенок. И некий более темный, да? И какой он у меня будет? Ну, такой некий зеленоватый. Охра. Охра с таким зеленоватым и, может, даже немножечко кобальтом. Тем не менее, оно все должно приближаться к охре. Потому что просвечивает сам цвет. Примулы лимонный. От этого такое впечатление, что где-то кобальтовый, где-то зеленоватый, а где-то охристый. То есть тут уже очень тонкие сочетания идут цветов. Так, ну давайте мы определимся с формой. Сначала обрисуем фон по контуру. Добрый день. Я тут уже второй час рисую. Сейчас довела до уровня деталей, на коротенький эфир выйду, чтобы поработать немножко над деталями. Это натюрморт, масляными красками на холсте. Первую часть я уже сохранила, но через некоторое время должно появиться. Я там рассказываю основные этапы процесса масляной живописи. Вот,
если интересно, промотайте там до второй части эфира. Я там рассказываю. Так, я занимаюсь уже деталями. Вот, хотя бы на одной примуле. Кисточка классная. Кисточка, ну вот. Покажу кисточку. Вообще очень удобная. Это синтетическая кисточка фирма Borchardt. Ее преимущество в том, что она синтетическая. Она остроконечная, и она долговечная. Несмотря на то, что я очень много ее погружаю в растворители, и у нее постоянный контакт с этими агрессивными химическими веществами, и мою ее активно, тем не менее, и она мягкая. Мягкие кисточки обычно приходят в негодность довольно быстро. Вот она долговечнее других там аналогов. Поэтому мне нравится.
сервисе в том, что к правилам светотени у нас добавляются правила сочетания цветов. Вот. Но тем не менее, можно добиться эффекта правдоподобности и при масляной живописи. Вот, всегда я работаю от общих форм к частным. Сначала какие-то большие мазки и постепенно детализирую все больше и больше. Делаю мазки все более мелкими, добавляю детали. Так, одуванчик растрепанный вышел. У нас такая есть штука там сзади за одуванчиком. Немножко непонятная. То есть сначала надо сделать фон, а потом уже на фоне прорисовывать отдельные какие-то части. Он не желтый, он там, это только иллюзия, что он желтый, он темно-коричневый, потому что там у нас все в тени. Скорее он зеленоватый, чем желтый. То есть прищуриваемся, если у нас какие-то иллюзии насчет цвета, насчет правдоподобности цвета, проверяем, прищурив глаз.